Сезон открытой воды уже закончен, и хотя снега еще почти нет, реки и озера покрылись льдом. А я собираюсь еще половить нахлыстом. Ну ладно, шучу, конечно, не нахлыстом в чистом виде, но с помощью нахлыстовой приманки, то есть мушки, изготовлением которой я и занят в настоящий момент. Да, не представился, извините. Зовут меня Роман Шкловский. В своих рыболовных путешествиях я сам снимаю все со мной происходящее. В общем, путешествую в одиночку. И еще я ловлю рыбу с помощью нахлыстовой снасти. А вот опыта зимней рыбалки у меня почти нет. И вот сейчас решил попробовать. Причем обязательно с нахлыстовой мушкой. Что из этого выйдет, не знаю. Самому интересно. Фух, привал. Жарковато, конечно, сегодня в зимней одежде идти по лесу. Потеплело немножко, оттепель. Хотя вчера было минус 15, а сегодня уже плюс 1. Но, надеюсь, лед-то не растаял на речке. Когда люди отдыхают на привале, то обычно ведутся неспешные беседы. Ну а мне, так как я путешествую один, кроме как с вами, друзья, побеседовать не с кем. Поддержите меня. Что вы говорите? Откуда вообще такая идея взялась, чтобы один сам себя снимать? Ну, все как всегда просто. Вообще-то я увлекся рыбной ловлей, ну, не так уж и давно. А вот телевидением, работать для телевидения, для кино, фотографии, я занимаюсь уже достаточное количество времени. И вот, увлекшись рыбалкой, я подумал, а почему бы не снять кино про рыбалку, ну, телевизионную программу, если хотите. Договорился со своим товарищем, продвинутым спиннингистом. Но в назначенное время, когда мы собирались уже ехать, ну, как всегда, какие-то вмешались обстоятельства, дела. В общем, остался я один. То есть кино снимать не с кем. И вот тогда-то мне и пришла в голову идея, а что, если договориться с самим собой? Это гораздо проще. Так и родилась эта идея. Я взял две камеры, удочку и отправился на реку Хопер. Почему я выбрал Хопер? Да просто потому, что, во-первых, это не очень далеко от города, где я живу. А во-вторых, в тех местах, куда я направился, очень мало подъездов к реке. Все-таки влажный пойменный лес. А значит, и мало людей, и можно полностью насладиться пребыванием в почти дикой природе. Вот, собственно, и все причины.
Ну а про красоту и невероятную притягательность этих мест я уже и не говорю. И так, думаю, все видно. Ну, а дальше больше. Всего за пару сезонов я побывал, ну, если по широте географической следить, то, в общем, почти от самого севера, от Кольского полуострова, и до Краснодарского края, не говоря о том, что даже немного походил под парусом на Средиземном море. И, конечно, что-то выделить одно тяжело. Вот очень мне понравилось Онежское озеро. Чем? Рассказать не смогу, но какая-то необъяснимая аура, что ли, присутствует на этом водоеме. Острова. Может быть, я еще в такое время попал, что я видел Онежское озеро только в очень спокойном и солнечном состоянии. Ну, или взять, допустим, Азовские лиманы. Казалось бы, ну что там, камыш и вода, больше ничего. Но, опять же, какая-то притягательность в этих местах присутствует. В общем, за эти два сезона, пока я занимаюсь съемкой телепередачи «Один на реке», я побывал и открыл для себя очень много интересных, красивых мест. Ну и надеюсь, следующий сезон будет продолжение. И несмотря на все трудности, связанные с путешествием, со съемкой, вы же не забыли, в основном я все снимаю сам. Так вот, несмотря на все трудности и неудобства походной жизни, по большому счету все это ерунда в сравнении с полученными впечатлениями. Столько всего интересного и красивого вокруг. Только успевай замечай. Да, на чем мне только не пришлось передвигаться. От байдарки до парусной яхты и вертолета. Нет, вертолетом я не управлял, был в качестве пассажира. А вот со всем остальным управлялся сам.
Предлагаю, друзья, вернуться с теплых южных морей на север. Кольский полуостров. Чем вот притягателен так север, тоже непонятно. В общем-то, нельзя, конечно, сказать, что я впервые побывал на севере, потому что, когда я работал геологом, то пару сезонов я провел за полярным кругом в Якутии. Но, тем не менее, на Кольском полуострове я оказался впервые. И вот да, казалось бы, ну, не очень пышная растительность, согласитесь. Такие неяркие цвета, но какое-то необъяснимое притяжение присутствует. Не зря ведь говорят, что те, кто хоть раз побывал на севере, потом будут все время стремиться опять попасть туда. Ну и если уж продолжить тему рыбалки, все-таки передача-то рыболовная, то, конечно, я рыболов, так скажем, ну, если мягко, то не профессионал, а любитель. И трофеи мои размерами, как правило, не поражают. Ну, если только не с обратной стороны рассматривать этот вопрос. Но рыбалку я люблю. И мне доставляет удовольствие не только вываживание, не только... ну, доставание рыбы, а и сам процесс, процесс заброса, процесс нахождения на природе. И вот когда я беру в руки нахлыстовую снасть, выхожу на реку, и вот сам звук шнура, который разворачивается в воздухе, окружающая природа, все это вместе взятое в моей голове, по крайней мере, создает некую гармонию, гармонию единения с природой. Конечно, кто-то может сказать, что нахлыст – это не самый добычливый способ рыбной ловли. Но, во-первых, с этим можно и поспорить. А во-вторых, я не эталон нахлыстовика. И если у меня в основном ловятся небольшие рыбки, то это значит только то, что это так ловится у меня, и кивать на снасть в данном случае не стоит. Кстати, зато мелочь ловится регулярно и в любых незнакомых водоемах. Хотя, как вы могли заметить, и мне попадаются весьма достойные экземпляры. Ну и не стоит забывать, что я еще и сам себя снимаю. А заставить рыбу клюнуть в удобном для съемки месте тоже задача не из простых.
В общем, другими словами, рыбалку нахлыстом я люблю. Но не считаю себя профессионалом, и поэтому никаких советов по этому способу рыбной ловли я давать не собираюсь и не буду. А вот несколько советов по видеосъемке дать могу. Почему я вообще затрагиваю эту тему? Потому что очень много через мои руки прошло любительского материала, так скажем. И иногда просто не хватает никаких нервов. Поэтому, друзья, если вы хотите, чтобы у вас получился, ну, какой-то интересный видеоотчет, который интересен не только вам, а который не стыдно показать друзьям, выложить на форуме, то надо придерживаться несколько нехитрых правил, абсолютно нехитрых. Первое. Не надо водить камерой туда-сюда. Вот там увидел, ай, быстрее там снять, быстрее там. Вот этого делать не надо. Старайтесь снимать спокойно. Выберите себе объект и снимайте. Если вы будете использовать штатив, это будет еще лучше. Ну, я понимаю, что штатив, конечно, не каждый хочет с собой таскать. Но какую-то подставку, там, в конце концов, о дерево можно опереться. Там стол, камень, все что угодно. То есть, чем жестче будет стоять видеокамера, тем лучше будет для глаз, не только для ваших, но и для тех, кто будет смотреть потом ваше кино. Ну и то же самое касается наездов, отъездов. Это, ну, используйте это только как технический прием, то есть вам надо покрупнее что-то снять, приблизили, не обязательно подходить, да? Приблизили, надо пошире угол взять, отъехали. Но не надо во время съемки приехали, отъехали, приблизили, удалили. Все это очень, ну, очень некрасиво смотрится. Старайтесь снимать вот такими отдельными кадрами. И потом все это монтируйте в нужном порядке, и будет хорошее кино у вас. Ну, давайте разберем на примере рыбалки. Как снять хороший видеосюжет о том, как я с другом, ну, или я сам ходил ловить рыбу. Итак, рыба клюнула, включаем камеру и одним общим планом снимаем все вываживание. Ну, разок. Если вываживание затянулось, можно перевести камеру в сторону рыбы. В данном случае я это делаю, как вы видите, сам. Но только разок. Запомните, нам нужен общий, не дергающийся план. Без наездов и отъездов, и бросков камеры от рыбы к рыболову и наоборот. Итак, снимаем до момента доставания рыбы. Если видно, что трофей не сорвется, можно у ног рыболова снять крупный план. Опа! Вот он. Ну, а дальше снимаем недостающие кадры в обратном порядке. То есть сами забросы. Можно несколько разных планов. Место, куда делаются забросы. Ну и саму подсечку. Придется немного побыть актером. Оп, есть. Ну и набрав таким образом достаточное количество видеокадров, монтируем все это в нужной для нас последовательности, подставляем музыку, и получается довольно приличный сюжет, который не стыдно показать друзьям и которые можно выложить на рыболовном форуме, если, конечно, захотите. Оп, есть. Опа, вот он. Ну что, отпустим такого головля, нет? Пусть еще подрастет. Я думаю, надо отпустить.
связался кот какой-то со мной. Тоже рыбы, наверное, хочет. Ну, если поймаю, дам. Большой любитель свежей рыбки. Что ж, вот уже и водоем показался. Пора начинать ловить рыбу. Так что до скорого. Увидимся. Пока!